Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы поговорим о том, какие типы стилистов бывают. Это те стилисты, которых вы встречали, я могла встречать, и все мы так или иначе могли встречать в своей жизни. Поэтому, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Так, вот этот жакетик нужно подпоясать, чтобы была видна талия и все женские пропорции. Так, вот этому платью однозначно не хватает пояса. Этому пальто идеально подойдет трендовый пояс. Пояс это вообще глава всего. Нужно, чтобы всегда была видна талия. Так, давайте посмотрим, что у вас в гардеробе. Что-то... Зара? Такси? Я хочу маскулинный, сдержанный, аккуратный образ. Мне очень не нравятся яркие тона, я не очень люблю принты, и мне хотелось бы носить низкий ход. Значит так, выбираем тебе вот этот цветочный принт, обязательно колорблок, обязательно 12-сантиметровый каблук и, естественно, шляпки и многослойность. В древних архивах модного дома Dior я прочла, что сумка обязательно должна быть одного цвета с обувью. Поэтому в любом случае красные туфли и красная сумочка. Черные туфли и черная сумочка. Я так считаю. В общем, гуляли мы по прекрасному парку в центре Парижа, присели немножко в садах Люксембурга с моими друзьями, с Ренатой Литвиновой, Кристианом Диор, покой его душу, а потом сидели в отеле Костас. Вы знаете, да, я вообще верчусь в таких высоких кругах, мы говорим о высоких материях и вот... Очень широкие бедра, огромные плечи, и вы знаете, вот этот целлюлит, его тоже нужно скрыть. И маленькая ножка непропорциональна, вы еще толще кажетесь, и может утягивающий костюм? Ой, то, что вы рыжие, это просто прекрасно, потому что ваш цветотип дает вам возможность носить изумрудный, красный. Ой, боже, никаких приглушенных оттенков, это совершенно не идет вашему цветотипу. Вы настолько скрашиваете свою внешность, совершенно неважно, в косметике вы или без, вообще только красный и зеленый и оранжевый, насыщенные яркие цвета, и все ближе к лицу и постоянно. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, сколько у вас стоит подбор стиля и разбор гардероба? Так, смотрим на Инстаграм. Шанель, Луи Виттон, туфли Прада. $3800. Ну что, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, каких стилистов вы встречали в своей жизни, кто вам попадался, и, может быть, подобные типы вы встречали или кого-то другого. И вообще, естественно, не воспринимайте это видео слишком всерьез. Если вы не подписаны на этот канал и вдруг сюда попали, подписывайтесь, потому что видео выходит в понедельник, среду и пятницу, и видео чаще всего стилистической тематики. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.